Первое в 2024 году заседание Барнаульской думы началось с награждения Дмитрия Аганова. Медаль за укрепление боевого содружества он получил по приказу Сергея Шойгу. Депутат Гордумы регулярно оказывает гуманитарную помощь участникам СВО. Год назад бойцы пригласили его поработать на передовой. Моя военная профессия – это артиллерист. То есть для меня это было неожиданностью. Я в советское время проходил обучение в учебках и работу эту знал. Ну, я работал пятым номером в расчете, то есть готовил снаряды, взрыватели. Далее заседание прошло в обычном режиме. Главными вопросами повестки стали отчеты. В первую очередь о преступности. Она снизилась почти во всех районах Барнаула. Исключением стал индустриальный, где процент криминала из-за наплыва людей вырос почти на 5%. Из положительных моментов – тенденция на снижение преступлений против детей. Их число уменьшилось на 16%. Однако сами подростки стали себя вести хуже. Количество совершенных несовершеннолетними преступлений возросло на 31,5%. Число подростков, привлеченных к уголовной ответственности, увеличилось на 18%. Для решения сложившейся ситуации требуется обеспечить внеурочную занятость, в первую очередь детей, склонных к агрессии. Касательно доклада Счетной палаты, все просто. Случаев нецелевого использования бюджета не найдено, однако проблемы с финансовыми нарушениями имеются. 99% из них связаны с ведением отчетности и осуществлением муниципальных закупок. Общая сумма выявленных нарушений составила 1,52 млн. рублей. Это меньше на 7% уровня 2022 года. Возмещению бюджета подлежит 352,6 тысячи рублей. Добавим, что очередное заседание Думы 5 марта. На нем глава города представит отчет за 2023 год. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.